Пилоты крупнейшей немецкой авиакомпании Люфтганза проводят новую забастовку. По всей Германии отменены полеты на короткие и средние дистанции. В общей сложности почти 750 рейсов. Перевозчик также снял ряд завтрашних ночных рейсов во Франкфурт. Акцию протеста организовал все тот же профсоюз пилотов «Кокпит». Сотрудники хотят добиться нового тарифного договора и улучшения условий для работников, выходящих на пенсию досрочно. Это уже 12-я по счету акция протеста пилотов «Люфтганзы». Конфликт длится уже несколько месяцев.